Добрый день, дорогие сябры. Ці верите вы у цуд, у казку? А хіба не цудом з'являється новоколья, новокольний свет, и рослинный, и живёльный, и само життё? И куда это всё імчить? И ці захаваецца гэта на доўгія гады? Гэта зависіць і ад людзей. А вось такую казку пад Новы год нам зрабіў Данамо. Калі ласка, можаце і вы паглядзець. Гэта некі гарадок. Вось глядзіць. Вось такая ёлка у цэнтры і казачны гарадок. Ну давайте бліжэй падыдзем і паглядзім. Ось, бачите, які собачки. Ніби живі, бачите? Ніби живі. Ну, а ось клітка з птушками. Ось, які птушки. Розные тут птушечки. Вот, ніби гэта магазин. Вот еще собачка. Бачите, які собачка. Тоже он крутит головой. А вот, бачите, сколько тут? Один, два, три поверхности. Поверхи. Да еще и сто. Вот такая, такие церамо. Ну, пойдем далее. Вот, какая красота. Слушайте, вот некий телевизор на ёлце. А вы видите, какие цацки красивые, цудовые. А ось Дед Мороз. Ось написано «Колядная крама».
на третьем поверхе. Обнимается девчина с хлопцем. Глядите, какая собачка. Написано «Городская варта». Такие бульдог. Это схватит такие. Это мусит Рождество, картинки Рождества. О, мусит Иисус, просит. Маленький. Мария мусит, Иосиф. Из Евангелия. Картинки. Карусель.
чулочного зала. Тихо. И пить.
Пусть танцует на третьем повесе. Полюбите, яки собачку. Як не бути живу. Один из другого боку. Что тут у нас другого боку? А тут у нас цирник, паровозик. Всякий цирничок. Паровозик. Ну, сам. И вон та же самая. Собачка. Вот и все, дорогие сестры, счастливого Нового года и Рождества, до новых радостных встреч.